дорогие друзья, и я приглашаю следующего докладчика. Это Станислав Сидоренко, ведущий Java-разработчик компании DataArt. Работает в IT-сфере с 2006 года, в компании DataArt с 2007. Интересуется Java, Unix и криптографией. С 2012 года в DataArt занимается платформой Device Hive, предназначенной для создания M2M коммуникаций. Станислав. Так. Всем добрый день, спасибо, что пришли. Ну, для начала я расскажу про то, что вообще есть такое Device Hive, его краткую историю и что все это умеет. Device Hive — это изначально был внутренний проект DataArt, R&D-проект, то есть Research and Development. Мы решили попробовать себя в рынке Internet of Things и сделать такой open-source фреймворк, который мог бы использоваться кем угодно. То есть это machine-to-machine communication framework, предназначенный для коммуникации девайсами друг с другом. Что, из чего он состоит? Ну, главная часть — это Device Hive сервер. В настоящий момент у нас существует две реализации сервера. Первая исторически сделана на .NET. В 2012 году была также сделана Java-версия сервера. Сервер предоставляет REST и WebSocket API для клиентов, то есть клиент может использовать REST или WebSocket API, ну, кому больше нравится. В качестве хранилища данных может использоваться либо Postgres, либо Mongo. Кроме того, я про это еще чуть подробнее остановлюсь позже. В Device Hive предусмотрено достаточно четкое разделение ролей устройства и клиент. Устройство может быть в принципе все что угодно. Raspberry Pi, QB-board, QB-track, в принципе любой там термодатчик, если вы сможете на нем водрузить что-то, что может сходить на сервер по REST-у или прицепиться по веб-сокету. Тут, естественно, возникает проблема, что на термодатчик, который умеет выдавать только данные по какому-то бинарному протоколу, вы, скорее всего, ничего такого не запустите. Ну, это я расскажу чуть позже, как мы это обошли. На этом слайде представлена концептуальная схема всего фреймворка. Вот в центре улей это какой-то сервер, либо Java, либо .NET-ный. Он предоставляет API, REST, либо WebSocket клиентам, либо устройствам. Также мы сделали специальный вид устройств, который мы назвали Gateway. Gateway как раз предназначен для подключения глупых устройств, которые сами не могут запустить ничего, что могло бы ходить на сервер и подключаться к сети. То есть, например, у вас может быть Raspberry Pi в качестве гейтвея, к которому подключены какие-нибудь термодатчики или кнопки, которые можно нажать, по которым гейтвей и события от которых гейтвей сможет преобразовать в вызовы, понятные Device Hive. И наоборот, сообщения, полученные от Device Hive, смогут быть преобразованы гейтвеем в доступные этому устройству события. Ну, как я уже сказал, устройство — это практически все, что угодно. Клиент — это нечто, что может управлять устройствами. Изначальный замысел заключался в чем? Есть набор устройств, есть набор клиентов. Клиентом может наступать, например, веб-приложение, где-то задеплоенное, которое также может ходить на сервер Device Hive, либо мобильное приложение, запущенное на телефоне. И с помощью сайта или телефона вы можете управлять устройствами, которые также подключены к Device Hive. Ну, это изначально был такой посыл. Сейчас мы уже понимаем, что, наверное, имеет смысл полностью объединить обе эти сущности, потому что возникла
впоследствии желание делать полную автоматизацию, то есть чтобы одно устройство могло управлять другими. Вот концептуальная схема месседжинга в текущей версии DeviceHive. Сервер, клиент, устройство. Клиент может послать команду на сервер какому-то устройству. Сервер ее доставит устройству. Устройство может посылать множество нотификаций на сервер, которые будут доставлены, ну, в данном случае на схеме нарисован всего один клиент, но на самом деле на нотификации от каждого устройства может подписываться много клиентов. Ну, например, у нас в DataArt в серверной реализована такая полуавтоматическая схема управления температурой в серверной. По серверной развешаны термодатчики, которые подключены к, по-моему, там Raspberry Pi используется, я не уверен. И эти термодатчики постоянно шлют нотификации о текущей температуре. И с веб-сайта или с мобильного устройства можно посмотреть текущую температуру в серверной и ткнуть кнопку «Запустить сплит-систему дополнительную», если вдруг что-то не так. Собственно, отсюда и возникла идея автоматического управления удаленного. Не хочется самому кнопку нажимать. Разумеется, нам необходима в таком фреймворке система разделения доступа. Изначально была совсем тривиальная схема разделения привилегий устройств. Все устройства объединялись в сети, то есть заводилась некоторая сущность сеть, в рамках которой могло существовать несколько устройств. Ну, здесь я обозначил связь один ко многим. Клиенты могли иметь доступ к нескольким сетям. Соответственно, если клиент имеет доступ к какой-то сети, то он может управлять любым устройством из этой сети, управлять, то есть послать туда команду, или же получить нотификацию от любого устройства из этой сети. Впоследствии мы поняли, что этого недостаточно именно тогда, когда возникло желание делать полностью умных клиентов и устройств, когда все это смержить пришлось. И у нас родилась более новая концепция ключей доступа. Первой идеей, которая смогла бы так эволюционно развить существующую схему доступа, но не сломать обратную совместимость. Давайте остановимся на ней поподробнее чуть-чуть. Access key. Каждому клиенту подключается один или несколько access ключей, у которого может быть множество привилегий. Каждая привилегия — это, ну, маленький объектик, в котором содержится список сетей, список устройств и список действий, которые могут быть сделаны этим клиентом с данным устройством. В том числе клиент может не только посылать туда команды и получать нотификации от этого устройства, но и выступать от имени этого устройства. Это был, пожалуй, такой ключевой момент, который позволил нам впервые сделать настоящий machine-to-machine framework. Ну, теперь немножко про историю реализации. Сам проект стартовал в 2011 году. Изначально сервер-сайт был сделан полностью на .NET, но в 2012 году мы решили, что нам необходима еще и реализация на Java. В качестве платформы была на тот момент выбрана Java Enterprise Edition версии 7. Во многом это было политическое решение, потому что мы хотели тогда представить этот проект на очередной оракловой конференции, и EE7 как раз тогда была только-только представлена. Ну, соответственно, из EE7 у нас используется JAX-RES для реализации REST-а, WebSocket API для WebSocket-ов, Java Persistence API для доступа к данным, и GBCDI для
реализации бизнес-логики и CDI, естественно, для dependency injection. В Java сервере, как я уже сказал, в качестве хранилища данных используется Postgres версии 9. Обычно мы всегда рекомендуем ставить последнюю, но в целом изначально тестировали на версии 9.1. Вряд ли там, тут есть какие-то несовместимости с более поздними. В качестве сервера приложений приложение деплоится на сервер GlassFish 4 или 4.1, который является референсной реализацией EE7. Впоследствии мы также испытали приложение на Wildfly 8 и впоследствии 8.1. Могу похвастаться, что у нас, в принципе, получилось сходу практически написать полностью portable GEE-приложение. Все задеплоилось практически сразу. Были только некоторые проблемы с веб-сокетами, которые, как потом оказалось, вызваны неполной реализацией в исходной версии Wildfly. Неполной реализацией спецификации WebSocket в Wildfly 8. Ну, и тогда же, в 2012 году, мы от первых пользователей стали получать довольно своеобразный фидбэк. Это буквально цитаты из писем из наших. Мы хотели бы задеплоить это в Tomcat. Или нам нужен GEE сервер приложений. Ой-ой. Ну, как выяснилось, в итоге люди просто хотят очень простую схему деплоймента по сравнению с тем, что мы им предложили. Дело в том, что мы написали в итоге инструкцию, как деплоить приложение, но там довольно увесистый список шагов, который включает сперва установку сервера, потом его настройку дата-сорса на самом сервере, экспорт его в GNDI, и только потом можно что-то задеплоить на этот сервер, чтобы посмотреть, как оно взлетит. Очень мало кто с первого раза процедуру, судя по всему, проходил, и мы поняли, что люди даже не Tomcat хотят, они хотят просто более простую схему деплоймента, чтобы ткнул, и сервер бы запустился. Мы тут стали думать, куда бы текущее приложение смигрировать. Ну, большая дискуссия была на эту тему. Естественно, сразу в Dotart'е много разработчиков предложили, давайте перепишем это все на Spring. Ну, у Spring'а есть масса достоинств, масса недостатков, как уже говорили, очень большое комьюнити. Ну, смущало, что опять это не самый новый стек технологии, а у нас все-таки такой research and development проект, и хочется что-то всегда использовать относительно свежее. Одно из требований, которое мы перед собой ставили, мы хотели, чтобы приложение деплоилось практически везде. Изначально мы думали, что ну, давайте деплоиться во все сервлет-контейнеры. Spring тут в этом случае подходит. Но впоследствии мы решили, что нужен еще более простой деплоймент, то есть полностью embedded приложение, которое просто полностью Java SE приложение, которое достаточно было бы просто запустить, и чтобы оно поднимало сервлет-контейнер внутри у себя. Вот такой опцией для нас сейчас выглядит Spring Boot. Впоследствии мы подумали, решили, что миграция вроде бы не должна быть фундаментально трудной. JAX-RS вроде бы должна легко смигрироваться в Spring MVC или вообще просто подключить Jersey. Jersey реализует JAX-RS, это его референсная реализация в EE7, и тогда все просто должно подключиться. Enterprise Java бины должны замениться обычными спринговыми компонентами с транзакциями. Ну, собственно, это все, ради чего у нас использовали CGB, исключительно ради транзакций. Bin Validation API, который используется внутри в приложении, естественно, ну, не меняется вообще ни на что, он же остается. Java Persistence API не меняется вообще тоже ни на что. Ну и единственная трудность выглядит с миграцией CDI на Spring.
Дело в том, что у нас там активно использовались CDI-ивенты, у которых нет альтернативы в Спринге. Так что, возможно, тут придется что-нибудь поколхозить, так сказать. Ну, и сейчас мы стартовали миграцию текущей версии DeviceHive на Spring Boot. Сейчас я расскажу, какие бенефиты мы ожидаем от всего этого увидеть, ну, после окончания миграции. Ну, Spring Boot позволяет легко запускать приложение. Замысел его в этом. Приложение может быть собрано очень такой толстый исполняемый jar-файл, внутри которого будут собраны все его зависимости. И тогда можно будет просто с помощью java-jar запустить этот джарник. Также его можно собрать в архив zip-litar с двумя директориями lib и bin. В lib будут все зависимости jar, в bin будут два скриптика, которые, опять же, просто все, что есть, запустят. Но при этом также остается возможность сбилдить приложение в классический веб-архив, который можно задеплоить в сервлет-контейнер или в сервер приложений. У Spring Boot очень хорошая интеграция с системами сборки, ну, конкретно с Maven и с Gradle. Вот, собственно, все, что требуется для того, чтобы заинтегрировать Spring Boot в Maven, добавить всего лишь навсего один build-плагин, и после этого становятся доступными две новые цели в Maven — Repackage и Bootrun. Repackage, собственно, собирает большой толстый джарник. Ну, Bootrun еще позволяет все это автоматически с помощью Maven запустить, что полезно бывает для отладки. Опять же, не требуется никакая интеграция с IDE. Если интегрируетесь с Gradle, а мы, скорее всего, также смигрируемся с Maven на Gradle в будущем, то интеграция не менее простая. Точно так же в BuildScript добавляем одну зависимость и применяем плагин Spring Boot. После этого у нас добавляются две новые таски в Gradle, которые идентичны мавиновским целям. Ну, вот здесь я привел пример простейшего приложения, которое может быть собрано в маленькую джарку, ну как маленькую, со всеми зависимостями. Вот это реально, это весь Java-код, который запускается после этого из командной строки с помощью java-jar. Внутри поднимается embedded Tomcat или Jetty, и вот этот ресурс отзывается Hello World. Ну, соответственно, интеграция с Spring Boot делается вот с помощью springapplication.run. В Spring Boot есть множество так называемых starter pom-ов. Это артефакты, которые лежат в репозитории Maven, и их цель — подключать все остальные зависимости, которые вам необходимы для запуска вашего приложения. Ну вот, например, если вы в свое приложение, если вы хотите запускать веб-приложение, то единственное, что вам понадобится сделать, это добавить артефакт Spring Boot Starter Web в зависимости вашего приложения. И по нему будут подтащены все необходимые зависимости от сервлет-контейнера и Spring. По умолчанию используется Tomcat, но вы можете, в принципе, подключить любые другие сервлет-контейнеры, какие там есть. Там точно есть Jetty, там точно есть Undertow. И при этом вы, естественно, также с помощью своих parent-pom-ов можете перекрыть версии, если вдруг версии сервлет-контейнеров вас по каким-либо причинам не устраивают. Но обычно там все относительно свежее.
Кроме того, Spring Boot предоставляет очень хорошие средства кастомизации приложения, то, что для нас выглядит в итоге в Device Hive очень важным. Главный конфигурационный файл, ну, очень необычно, очень в кавычках необычно называется Application Properties. Соответственно, вся конфигурация приложения может быть указана в нем. Файл должен лежать, ну, либо в ClassPass, либо можно при запуске его перекрыть, его местоположение. Как нам кажется, это позволит нам выдавать клиентам много различных конфигураций в зависимости от их потребности, используя одну и ту же сборку приложения. Кроме того, Gradle также, естественно, умеет классические профили Spring'а. Единственное, что надо, что их нужно также указать при запуске с помощью ключа Spring Profiles Active. И после этого точно так же активируются другие конфигурационные файлы Application Profile Properties. Ну, где Profile — это то, что у вас запущено, то, что у вас указано в списке активных профилей. Один из важных моментов, который сильно упрощается с помощью Spring Boot, это деплоинг дата-сорсов. Ну, во-первых, очень, я бы сказал, тривиально делается деплоинг встраиваемых дата-сорсов. Прямо из коробки поддерживаются H2, HSQL и Derby. Единственное, что нужно, чтобы запустить приложение с таким дата-сорсом, это нужно указать Spring JDBC в зависимость и соответствующую зависимость на эту базу данных. Ну, это в Maven или в Gradle. Как нам кажется, это очень полезно будет для демонстрационных деплоев, ну, естественно, для тестирования. Ну, естественно, если хочется что-то ближе к реальности, к production data sources, то тут уже для этого есть специальный стартер POM, Spring Boot Starter JDBC. И после этого единственное, что нужно сделать, это указать в Application Properties вот такой набор пропертей. Ну, там он достаточно широк, но все в целом становится просто. Точно так же поддерживается JNDI. Ну, это на тот случай, если вы деплоите приложение в какой-то application сервер, ну или в сервлет-контейнер, где хотите указывать data source в настройках самого сервлет-контейнера, а не деплоить его в приложении. Также очень удобно поддерживается инициализация и обновление схем баз данных. Ну, здесь предоставляется три схемы деплоя. Ну, первые две удобны для тестирования или для демонстрационных деплойментов. Первая схема, ну, в настройках вашего Java Persistence Provider вы можете просто указать вот такое свойство, и тогда что у вас там используется в качестве GPA-провайдера, либо там Hibernate, либо Eclipse Link, он просто создаст для вас таблицы при запуске приложения, ну и уничтожит, естественно, при стопе. Поэтому о production grade тут речи не идет, но только ради тестинга. С помощью Spring JDBC, ну, плагина к буту, вы можете указать два файлика, ну, которые могут быть также параметризованы конкретными именами конкретной базы данных. И эти файлы будут использованы для создания базы данных при запуске приложения. Ну, как видится, эта штука годится тоже только для тестирования, но никак не для production grade. Ну и, наконец, самая вкусная вещь. У Spring Boot есть очень удобная интеграция с
с Database Migration Tools. Из коробки поддерживаются две системы — Flyway и Liquibase. Все, что надо сделать, это положить миграционные скрипты в класс Pass вот по такому адресу, но это в случае с Flyway. После этого при старте приложения Spring Boot запустит Flyway против вашего дата-сорса и обновит базу, если она нужна. Ну, как я уже говорил, есть возможность как создание толстого джарника, который можно запустить, точно так же можно и создать обычный deployable var файл. Ну, для этого требуется чуть-чуть изменить код основного приложения. Если раньше вы реализовывали сервлет initializer в Spring руками, то сейчас вы можете просто заэкстендить стандартный Spring Boot сервлет initializer. В принципе, там все, что в нем есть, все достаточно осмысленно и, как правило, подходит практически во всех случаях. Ну вот, собственно, код, который позволяет запускать приложение как из командной строки, так и деплой его в варку. Ну, аннотация Spring Boot Application эквивалентна применению вот таких трех аннотаций. Я думаю, кто знает Spring, со всеми ими сталкивались, все знакомы. Также, ну, поскольку у нас сервлет-контейнер здесь получается встраиваемый, то, естественно, возникает желание, давайте его и понастраиваем. Spring Boot и здесь нам, в принципе, здорово помогает. Мы можем, как всегда, указывать, ну, от самых простых опций, вроде какой порт-адрес слушать, ну, или вроде всякие мелочи, вроде session timeout. Также, если вы хотите использовать какой-то конкретный сервлет-контейнер, ну, естественно, для этого вам придется сперва указать его в билд-скрипте у себя, вы можете заэкстендить одну из сервлет контейнер factory и сделать все необходимые настройки там. Там могут быть настройки самых разных вещей, начиная от настроек SSL до вплоть до тоже JNDI. Ну, здесь я должен был рассказать, как мы все это смигрировали, как у нас все это хорошо запустилось, ну или наоборот плохо. Ну и, соответственно, сделать итоговый вывод, будет ли в дальнейшем DeviceHive развиваться на Spring Boot или не будет. Но, к сожалению, в настоящий момент миграция все еще в процессе, потому что занимаются ей в основном в относительно свободное время. Поэтому пока все в процессе. Сейчас мы собираемся домигрировать хотя бы часть функционала, применить к ним интеграционные тесты, ну и потом уже принять финальное решение, будем ли мы мигрировать приложение до конца. Ну, пожалуй, у меня все. У кого какие вопросы? Ребята, давайте, если честно, то поднимайте руки только тех, кто не задавал вопросы. Спасибо, Станислав, за интересный доклад. Вы вот очень подробно рассказали, как происходит поставка вашего сервиса на сервер, но не рассказали, как ставится продукт на девайсы. И интересует следующее. Существуют ли какие-то готовые написанные библиотеки, ну, для популярных устройств, да, современных, чтобы не использовать там родные всякие REST-библиотеки и так далее? И как происходит взаимодействие с вашим сервисом так называемых вот этих gateway-устройств? То есть для них тоже написаны продукты какие-то, на какие-то там сервисы, клиенты, или же каждый поставщик, там, каждый разработчик должен использовать нативные, очень низкоуровневые библиотеки для доступа к вашим сервисам. Хорошо. Так, ну смотрите, прежде всего, все, что у нас есть, все доступно в GitHub. Можете поискать там аккаунт DeviceHive. Это первое. Второе. Для многих устройств у нас есть готовые библиотеки, ну, прежде всего, для различных технологий, я имею в виду клиентские или девайс. У нас есть библиотеки для Java, для .NET, для Python, для там очень большой список, для Ruby точно был, можете посмотреть. Про gateway и девайс. В целом, с точки зрения сервера, gateway и девайс не отличаются вообще никак.
Поэтому, если речь идет о том, есть ли библиотеки для конкретных мелких устройств, там вроде термодатчика, или про это вы имеете в виду вопрос? Да. Я имею в виду для конкретных моделей микроконтроллера. Для конкретных моделей микроконтроллера? Да, то есть, или надо использовать, опять же, нативные все вот эти функции самих контроллеров для доступа через REST или только… Ну, про микроконтроллеры не могу точно рассказать. У нас есть библиотеки только вот под технологии, вроде бы там библиотеки на C, библиотеки на C++, библиотеки на Python. В принципе, если это микроконтроллер сможет запустить, то у вас все есть. Скажите, пожалуйста, здесь мы. Кто является основной массой пользователей Device Hive? Что это за люди? И какие задачи они решают с помощью Device Hive? Спасибо. Ну, немножко не ко мне точно вопрос про кто является основными пользователями сейчас на практике. Ну, а из того, какие вопросы? Ну, одним из… Про вопрос, какие задачи решаются с помощью Device Hive, ну, самая простая задача, которая с ним решается, это ну, вот, умный дом. Наверняка сталкивались. Ну или вот в качестве примера, опять же, то, что мы подняли у себя в серверной. Уважаемые коллеги, последний вопрос. Станислав. Такой вопрос. Вот предыдущий товарищ уже, в принципе, немножко в эту сторону двинулся. А вот, допустим, возникает такая ситуация. Вот у нас есть Gateway, допустим, какой-то удаленный девайс, у нас есть сервер, на котором развернут Device Hive. Допустим, в силу технических ограничений мы не имеем возможности там разворачивать кучу сетей, но у нас есть возможность использовать родные порты где-то на сервере, что-то подключить. То есть мы где-то развертываем на таком железе, что у нас есть возможность использовать родные порты. Есть ли возможность как-то, используя средства Device Hive, обойти вот этот вот сетевой обмен и напрямую подключиться к устройствам? То есть дополнить сетевой обмен именно работой с портами? Если… Немножко не понял, наверное, вопрос. Вы имеете в виду… То есть мы немножко уходим от работы именно по сетевому протоколу, то есть мы уходим от модели сервер-устройства, да, Device Hive-устройства. Мы имитируем работу с гейтвеем где-то на уровне самого Device Hive, на уровне сервера. Имитируем… Нет, такого нет. А планируется как-то этот вопрос решать? Не ко мне, к сожалению, вопрос, но в принципе идея интересная. Мы подумаем про это, да. Так, спасибо большое, Станислав, спасибо большое, коллеги, за вопросы.